Отчетный концерт хоровой школы мальчиков и юношей состоялся в зале завода «Энергостальконструкция». В этом году выступление организаторы решили разбить на три части, для того, чтобы все хоровые коллективы смогли полностью исполнить свою программу и продемонстрировать родителям то, чему не научились за год. Школа большая, 10 хоров, и каждый хор на концерте, когда один концерт, выбегал и пел по два произведения, некоторые по одному номеру, да, и это было сломя голову, это было очень тяжело, потому что огромное количество народу, мальчиков очень много публики. Вот сейчас каждый хор поет, представьте себе, от 6 до 8 произведений. В минувшие выходные зрители смогли увидеть вторую часть отчетного концерта. На этот раз выступали хоры школьного отделения, первоклассники, младшие и старшие хоры. Несмотря на то, что эти вокалисты пока еще не входят в состав концертного хора, руководители гордятся ими. Ребята уже выступают на всевозможных конкурсах и фестивалях. Репертуар у коллективов самый разнообразный, от серьезных произведений до озорных. Звонкие детские голоса никого не оставили равнодушными. Третья часть концерта состоится в Дворце культуры «Современник» 13 февраля в 16:00. Там уже перед любителями искусства выступят старшие коллективы. Также на этом концерте с юношами будет петь экс-солист хора турецкого Валентин Суходольцев. Билеты можно приобрести в хоровой школе мальчиков и юношей, цена 150 рублей.